Доброе утро – это когда 7 утра, когда середина июля и шум дождя, когда ты с просонья идешь гладить пса, и снова солнце лучами согреет тебя. Доброе утро – это обнять родных, любя, кофе пить с тобой и о чем-то болтать. Магия утра – она в простых мелочах, в самых обычных сердцу родных вещах. Доброе утро – это осень и листья шуршат, а я иду за руку с тобой не спеша. Когда здоровая и рядом вся семья, тогда неважно, рассвет это или закат. Магия утра, она в простых мелочах, в мурчании кошки, в счастливых глазах. Иногда это шум поездов или лай собак. Магия утра в том, что сейчас окружает тебя. Главное — быть счастливым в моменте, уметь любить и делиться любовью со всеми. Кому-то чувство это станет спасением. Доброго утра каждому жителю нашей планеты!